Почетному гражданину Воскресенска Владимиру Григорьевичу Косову исполнилось 80 лет. Когда-то, после окончания Московского государственного текстильного университета, 1 сентября 1969 года Владимир Григорьевич впервые переступил порог фабрики. Сначала пришел, ужаснулся, куда я попал. Молодой выпускник университета даже и не подозревал, что работа на предприятии станет делом всей его жизни. За 50 лет службы на фабрике он прошел путь от мастера подготовительного цеха до генерального директора крупнейшего завода легкой промышленности. Под его руководством фабрика пережила свою реконструкцию. Для ее сотрудников строились многоквартирные дома, детский сад, школа и пионерский лагерь. Вот и вся жизнь. Мы приехали с женой сюда в 69-м году. И вот почти 50 лет работали на фабрике поодиночке. В сумме, значит, 7 лет. Да, фабрика стала все, что может быть в жизни у человека. Родной. Так нормально. На вопрос, есть ли фетровый головной убор у человека, который столько лет проработал на шляпном производстве, Владимир Григорьевич с улыбкой ответил. А у вас шляпы видите? Знаете, нет. Мы не только узнали историю о любви к работе длиною в жизнь, нам удалось заглянуть в архивы личных фото. Также юбиляр поделился, в чем секрет успеха и сохранения бодрости духа. Если есть здоровье, то можно достать даже. Занимался спортом вообще-то, в принципе, всю жизнь. Мой жизнь был. Последнее занятие – это теннис, большой теннис. Если в 74-м году 6 лет ноги болеть, прекратил. Сейчас только утром вечером пробежка, утром там гимнастика. Владимир Григорьевич по-прежнему душой связан с родным предприятием. Сейчас он работает над созданием фабричного музея на территории школы номер 9 и благоустройством сквера 50-летия Победы. Музей это тяжело дается. Не знаю, если вот сегодня деньги есть не будет, то нам 350 тысяч для того, чтобы закупить это самое оборудование. Вот, но пока ничего. Его не отпускают никто. Почетный гражданин Владимир Косов сегодня принимает поздравления с 80-летием от представителей администрации города, общественности и депутатского корпуса. Пользуясь случаем, в такой важный для себя день он не забыл еще одно знаменательное для себя событие и поздравил всех своих коллег со 145-летием фабрики. Дорогие фабричники, пользуясь случаем, хочу вас поздравить со 140 прошедшим летом, со 145-летием нашей фабрики. Вот вам крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни и оставшейся счастья на всю оставшуюся жизнь. Дарина Кузнецова, Руслан Полянин. Новости из Кровект.